продуктовую помощь уже с 11 апреля пожилым людям, семьям пенсионеров, инвалидам, многодетным семьям. Спасибо. Уважаемый глава города, горожане, дамы и господа, поздравляю вас всех с праздником. Выражаю глубокую благодарность за оценку моей инициативы. Хочу сказать, что она была бы абсолютно бесполезна и бессмысленна, если бы не поддержка, которую оказали мне в этом начинании многочисленные жители Тольятти, предприниматели. И самое главное, те молодые люди, волонтеры, чьими силами осуществлялась доставка вот этих продуктовых наборов для наиболее уязвимых наших горожан. Вообще, к сожалению, общество сейчас во многом атомизировано, разобщено. Многие живут, да как, нужно честно говорить, практически все живут по принципу «моя хата с краю». Как в свое время говорил Михаил Михайлович Жванецкий, в драке не выручат, в войне победят, а он знал, о чем говорит. Поэтому крайне важно, на мой взгляд, сейчас проявлять гражданскую солидарность, взаимовыручку, взаимопомощь. А самое главное, не бояться брать на себя ответственность, причем не только за себя и не только за свою семью, за своих близких, но еще и за других людей, за свой город и вообще за всю страну. Это очень важно, именно это делает нас гражданами и делает нас настоящими горожанами. Особенно нужно помнить и не забывать про тех, кто в силу своего материального положения, возраста, состояния здоровья относится к наиболее уязвимым категориям. Эти люди не должны быть забыты и не должны оставаться без внимания, особенно в такие тяжелые моменты, времена, которые вот переживала вся страна и переживал наш город в прошлом году. Еще раз благодарю вас. С праздником, всего доброго.